Уважаемые господа охотники, польское издательство Ultimate Games анонсировало самый дорогостоящий проект в своем портфолио. Симулятор охотника Ultimate Hunting, над которым работает студия 3T Games, создается на Unreal Engine, и бюджет игры составит от 700 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч долларов. В 2022 году она должна выйти в ранний доступ в Steam. Как заверяют издатели, в дебютном трейлере использованы реальные кадры игрового процесса. Ultimate Hunting делает ставку на реализм, и игра должна составить конкуренцию популярной The Hunter Call of the Wild. А охотиться мы будем в двух регионах, в Африке и в Америке, как заявляет разработчик. Издательство Ultimate Games, известное по целому ряду симуляторов рыбалки, начиная с Ultimate Fishing Simulator, не так давно заняло последнее 48 место в рейтинге лучших издательств по версии Metacritic. Вдобавок, оно оказалось единственным в списке, у которого средний балл выпущенных игр не дотянул до 50. Поэтому это возможный реальный конкурент The Hunter Call of the Wild. Ждем его в 2022 году.